Всем привет! Сегодня будет разбор на песню Шаймуратов «Генерал». Сначала сыграю, потом будем разбирать. Играется эта песня в ля миноре. Нотки до начинаем. То есть нотка до. Восьмая с точкой. То есть нотка до. Она чуть-чуть длиннее, чем обычная восьмая с точкой. То есть. И потом идет нотка си. Си она короткая. Это у нас шестнадцатая. То есть задержка идет нотка до. И потом идет нотка ля. Вообще этот марш, да? В левой руке мы играем бас-аккорд, бас-аккорд. Вместе нажимаем одновременно. Потом я покажу еще раз. До, си, ля, ля. Дальше идет. Такой же ритмический рисунок. Нотка до, она с точкой. И потом идет ре. До, ре, ми, ми. Еще раз показываю. Дальше повторяется мотив. Вот за вторым разом нотка ми, она тянется. Еще раз играю. В левой руке мы играем. Сначала идет ми септаккорд. Здесь мы играем бас и аккорд одновременно нажимаем. То есть это характерно маршу. Один раз ми септаккорд. И два раза ля минор. Вот когда мы играем до, си, то есть мы там тянем ми септаккорд. И когда мы уже нажимаем нотку ля два раза, в левой руке мы нажимаем ля минор. То есть звучит вот так вот. Дальше идет в левой руке соль септаккорд и до мажор. Соль септаккорд мы нажимаем, когда мы в правой руке играем до, ре, ми, то есть нотку до и ре. Тянем соль мажор в левой руке, соль септаккорд. И спускаемся на до мажор. До мажор мы играем, когда мы в правой руке нажимаем ми два раза. Итого получается вот так вот. Повторяется. Вот за вторым разом мы тянем нотку ми. А в левой руке мы играем два раза до мажор. Так, это понятно, да? Дальше играем. Соль, ми, до. Нотка соль. Потом ми, до.
повторяю. Соль, ми, ля. Извините, соль, ми, ля. Соль, ми, ля. Вот эта нотка ля тоже, она с точкой. Восьмая с точкой. Нотка ля с точкой, восьмая с точкой, потом дальше идет си ля, две шестнадцатые си ля. Соль ми ля си ля. Дальше опять соль ми ре до ре ми. Еще раз показываю. Соль ми ля. Показываю левую руку. Тут мы закончили сначала на до мажор, да? Потом мы берем до септаккорд. Один раз соль септаккорд. Соль септаккорд, то есть до септаккорд. До септаккорд мы играем тогда, когда в траверке мы играем. И вот когда мы нажимаем нотку ля, в правой руке мы играем два раза фа мажор. И вот ля си ля, вот именно си ля мы нажимаем уже в конце, когда мы уже нажали два раза фа мажор. Потом обратно мы на до мажор возвращаемся. До мажор играем, когда в правой руке нажимаем клавиши соль, потом ре. Когда мы играем ре, до, ре, в левой руке мы нажимаем соль мажор и до мажор. До мажор мы нажимаем, когда в правой руке играем ми. Еще раз показываю левую руку. Помедленнее. Показываю правую руку. Дальше играем. Соль, ля, си. Тут играем ми, ре, ми, ля. Еще раз. Там мы закончили, получается. То есть, когда мы закончили на до мажор, в левой руке также остается до мажор. До мажор нажимаем, когда в правой руке мы играем соль. И вот на нотку си в левой руке мы берем ми минор. Три раза. В правой руке также играем си, соль, ми, ми, ре, ми, и в конце ля. Дальше мы повторяем, да? Припев. До септаккорд. Давайте еще раз с самого начала играю правую руку помедленнее.
Также можно играть в левой руке по-другому. Например, сначала играю. Вот когда мы играем за вторым разом, в левой руке мы играем. Можно септаккорд, можно ми минор. То есть без разницы. Либо ми септаккорд, либо ми минор. И так звучит красиво. Вот за вторым разом. Фа мажор. Потом соль септаккорд. И дальше уже как обычно. А теперь я покажу левую руку очень медленно, с самого начала до конца. Смотрим внимательно. Также можно добавить такую вставку. Тут у нас обычный ля минор. Сначала идет ля до ми. Аккорд, да? Ля до ми. Тоника в ля миноре. Дальше идет субдоминанта. Субдоминанта в ля миноре. Какой аккорд? Кто знает субдоминанта? Она строится на четвертой ступени. Это субдоминанта в ля миноре. Это ре минор. Ре минор спускается, да, в левой руке. А тут мы берем ля. Это у нас остается на месте. А вот тут мы играем ля, ре, фа. Ля, ре, фа. Это субдоминантовый клад секст аккорд. В левой руке. Примерно так. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, какие песни еще хотите научиться играть. Так что рекомендуйте своим друзьям. Всем пока!